Всем здорово, ребят! Ну что, вышло обновление на английском Android-сервере, и мы сегодня с вами поговорим еще про некоторые нововведения, которые всплыли. В общем, добавили еще одно такое нововведение. Новая локация Narsia теперь будет длиться не 2 недели, а 7 дней, то есть будет все намного быстрее. С одной стороны, это круто, классно, но я не знаю, кто туда бегает. Пишите, вот я, честно говоря, скажу, я туда не бегаю и не знаю, или буду бегать. Вы пишите, бегаете или нет, нравится вам это или нет, но я не знаю. В принципе, новость интересная, но как оно будет, что оно будет, непонятно. В общем, будет как по ходу атака фортов, то есть там регистрация, неделя отдыхаем. Ну, судя по всему, где-то так, плюс-минус. То есть не два раза в месяц, а может больше будет. У нас сегодня прохождение, я начал проходить, мне интересно посмотреть следующие волны, что есть именно в древних испытаниях. Я вам их показывал, я хочу сейчас попробовать дальше их фармить. Сейчас соберем состав снова героев, которые у меня есть, и попробуем зафармить. У меня здесь получше прокачки, 30-е прорывы, плюс-минус, плюс нормальные суперпеты. И, в общем, поехали, будем с вами пробовать сейчас это все дело делать. Посмотрим, куда мы сможем залететь, насколько далеко. Так, оккультист, ворожей, феникс, лисицу берем сразу же. Вот такой вот состав возьмем. Поехали. 46-е. У меня ресурсы полные. Ёпарасоте. Что у меня по ресурсам? Чего дофига? Кулаки. Понятно. Так, отлично. Есть. Поехали. Поехали. Будем пробовать эти испытания. Как они пойдут? Да что там такое опять? Ордена. Блин, еще ордена потратить. Ну все, я надеюсь, на этом все. Или оно еще, наверное, запросит этих. Камешки для прокачки смотров. А, все. Ракул. Все, я все понял. Одна из давнешних таких, скажем, проблем моих на аккаунте. Думаю, у многих это тоже проблема. Это камни, из-за которых... Так, где там они? Где эти камешки? Вот. Блядь. Как я это люблю. Это просто писец. Но вот почему нельзя уже давным-давно сделать, блин, по 100, по 200, по полмиллиона? Какого фига, вот скажите мне. Чего я должен кучу времени тратить на вот эту вот дичь? Уже запарило, реально. Столько всего они нифига не делают в этих обновлениях. Я не знаю, чем они там занимаются. Но, блин, реально. Больше всего это вымораживает. Я не знаю, сколько мы сейчас продадим, сколько мы там получим, но вот это вот просто бомбежка из-за этого. Давайте тут 150 камней продадим. Я из-за этого и сундуки не могу открывать. Ну, короче, жопа полная. Я думаю, у многих многие донаты с этим столкнулись. С одной стороны, можно это все продать на самоцветы. С другой стороны, нахрена я донатил на это? А что я должен продавать ресурсы, которые я купил? Ну, в общем, политика IGG в плане обновлений желает лучшего. В общем, поехали дальше. Наконец-таки мы зашли. 46-я. Я буду здесь просто так вот всех выкидывать. О май гад, какие лаги. Ну, вроде эти герои здесь держатся. Отлично. Зафармили. 46-я подалась намного проще, нежели на немке. На немке там герои просто не так качаны, там не максималки такие, как здесь. Значит, будем фастом проходить. Ну, видите, герои фактически не проседают.
Так, огники остались, но я думаю, с огниками мы должны справиться. Сорок седьмая. Поехали дальше. Хоть самиков заработаю. Кстати, классная тема, то, что они сделали перемотку. Но, правда, перемотка на этой локации, которую ты проходишь один раз, ну, по сути, по большому счету, нифига не решает. То есть, для меня это такое, знаете, это кнопочка, я думаю, как для многих из вас. 24 камешка, значит, нормально. Должны затащить еще. Трин-трин-трин. Ребятушки, 49 левел. И что мы здесь видим? И мы здесь видим зефиров. Божество. Все красиво. Ну, поехали, посмотрим. Так, начали мои герои проседать по чуть-чуть. Минус божество, минус феникс. Ну, мне нравится. Это мне уже начинает нравиться. 49 левел, ребят. Космо есть у нас. Ну, вообще песня. Вот теперь у меня вопрос. Будете ли вы фармить эту локацию? Это, наверное, одна, знаете, на сегодня одна из локаций, которую будет интересно попробовать пройти своими донатными героями. Придумать какую-то, не знаю, там, тактику. Ну, какую тактику тут можно придумать? Тут просто придется кидать всех в лоб. Потому что здесь есть барды. Ну, просто я сотрю тут вообще песня. Зефиры, барды, божество. Ну, что еще надо? Не, ну по чуть-чуть мы их дамажим. Но, правда, у нас осталось 35 секунд, ребят. И так, чтобы вы себе понимали, мы зависли на зефире. Хорошо. Закончить бой. Такс. Будем что-то менять. Убираем это, ставим сюда, наверное, Мэри. Поставим вариант Мэри. Так, Мэри готова. Мэри божество. Нужна ли здесь Фрея? Но она, в принципе, дамаг наносит дополнительный. Это, по сути, по большому ничего не меняет. Ну, как видите, мы держимся. Надо теперь, думаю, вариант ставить сюда, наверное, барда пробовать. Либо дерево пробовать какое-то. Не хватает от хила. Видите, божество слилось. Просто тупо слилось, значит, судя по всему, там герои с отражалками. Оу, щит. Ну, красиво, красиво нас разваливают. Попробуем с другой стороны зайти. А, судя по всему, отражалки работают так, как надо. Сейчас я перепроверю свои герои. Они у меня, как обычно, ну, вы знаете, собраны с водушками. Сейчас будем их пересоздавать, скорее всего, менять кое-что. Потому что убивается. Надо, наверное, ставить ПДшки. Хотя божество, я не знаю, кто кого здесь дамажит. Оно рядом бьет, тут бард один. Но божество отлетает. Конкретно причем. Алис еще держится. Ну, времени не хватает. Хоть мы и тащим, нам не хватает времени. Нам потом эти герои нужны будут. Так, хорошо, давайте попробуем другой вариант. Давайте попробуем сюда вместо этого зацепить барда, хотя это противопоказано, конечно, на такой локации вместе с оккультистом. И сейчас я посмотрю, на что у меня собрано Мэри. Ой, Мэри, говорю, это, ну, смотрите, максимальный дафный вариант, попробуем ПДшку. Но мне кажется, она сейчас все равно отлетит. Даже с ПДшкой отлетает, думаю. Ну, попробуем, по крайней мере, попытка не пытка. А, так, где наша Мэри, 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 Мэри? А Мэри с ПДшкой, видите, она вроде не так быстро дохла. Ну, попробуем. Сейчас мы накидываем по максималке. Интересно, интересно, интересно. Вот это единственное, наверное, что для меня интересно в данном обновлении, с того, что я видел, с того, что я вам показал. А, так, ага, они еще и там дамажат, ага. Так, ну пока держится. Пока божество держится, но все равно, смотрю, очень сильно проседает. Так, ну сейчас получше. Получше, но пока это феникс. Все, смотрите, сразу же минус Мэри, минус божество. Причем те герои, которые мне нужны для убийства
героев с ограничениями, они отлетают. Так, Мэри вроде восстановил Барт, отлично, но она сразу же слетела. Не, конечно, тут жопа, ребят. Ну, не знаю. Это пока что временно жопа, думаю, можно будет подобрать, что-то интересное найти. Но какой нафиг без донат? Тут хорошие донатные герои с чарками, с топовыми прокачками. Нифига, фактически. Смотрите, смотрите, просто что с этой стороны делается. Два зефира и два бигфута. Я хрен знает, сколько там жизни, но посмотрите на этих бигфутов. И причем у них показывает всего-то какой? 12-й скилл. 12-го скилла героя. Смотрите, что они делают. Лис, конечно, хорош. Но не знаю. Что вы думаете об этом? Может попробовать. Ну, вариант тыква, я думаю, тыква здесь не выживет. Ну, разве что сильно хорошая тыква. Но мне времени не хватит. Так, минус Феникс. Минус Божество. Ну, хотя наполовину просадили. Ну, они же будут хилиться. Это просто нереально. Божество еще в центре, она по-любому половину моих. Мы на бигфуте, ребят, висим. Так, чтобы вы себе понимали, да, половину героя мы ушатаем. Но мне времени 3 минут просто не хватит. А вот 49, Барт, Зефир, Божество. Там один бигфут. Мы вот просто тупо висим на бигфуте, мы его убить не можем. Смотрите, он замораживает. Я не знаю, сколько там у него жизни, но это, конечно, весело. А без героев, которые бьют через ограничения, я нифига здесь делать не смогу. Прикольненько. Но мы тоже точно так же думали про волну последнюю, да, которую реально было сложно пройти, но потом вышли герои, вышло обновление следующее, мы, в принципе, без проблем это все затащили. Может, и здесь будет точно так же. Кто его знает? Так, минус Мэри, минус, минус, минус. Не, ну тут, конечно, жестко. Тут даже если мы будем нормально дамажить, нам, мне кажется, не хватит времени, чтобы центр развалить. Тут надо чисто такие герои. Вот смотрите на божество. Просто на нем зависли. Мои бьют, но посмотрите, сколько дамага прилетает, и посмотрите на вот эту вот дичь. Божество фактически не проседает. Посмотрите на это. Это просто трэш какой-то. Это при том, что практически все герои живы, они не могут убить божество. Они просто не могут убить. 9 героев, да, там 9-10 героев, они фактически божество не пробивают. Я не знаю, тут надо, наверное, максимальный дамаг пробовать забирать энергию. Ставить разбросы как вариант. Ну, я не знаю, что тут придумать можно. Либо станы. Но стан здесь не спасет. Пробовать вариант с десятыми разбросами. Что еще пробовать? Но других вариантов я пока, честно говоря, не вижу. Все равно они наваливают конкретно. Сейчас я попробую собрать... Резать от хилы как вариант. Ну, я не знаю, что еще пробовать. У меня, как обычно, герои собраны. Ну, я думаю, плюс-минус я постараюсь это пройти, но я не буду говорить, для кого это делалось. Ну, я не знаю. Я не знаю, на что они реально рассчитывали, когда они создавали вот эту вот локацию. Такие прокачки. Понятно, донаты пройдут. Это, а нафига, ну, вообще надо, если без донатов это, ну, в ближайших, наверное, вот это нереально. Да, наверное, не год. Наверное, больше, чем год. А, так, и Фрейку давайте соберем. Сделаем вот такую вот красавицу. Тоже на нее разбросик завешаю. Попробуем такой вариант. Поехали еще разок. В общем, не знаю, что тут сказать. Вы сами все видите. Веселые локации. У меня нету смотра еще.
Может, с осмотром, хотя осмотр здесь не решит ничего, большим счетом, потому что здесь все герои, которых вы видите, они все с ограничением. Смотритель не будет их пробивать. Так, минус 2, минус 3. Но эти еще относительно нормально держатся. Все, все поехали. Так, и барда даже слили. Бард просто улетел. Так, а ну-ка у меня как раз эти... Посмотрим, что мы можем. Ну, божество все время заряженное будет. Мы заряжаем. Тут не вариант. В общем, веселуха, ребят. Не знаю, это просто, вот знаете, я считаю, это просто выпустить обновление, лишь бы отъебались. Вот так вот. Я бы лучше на их месте просто не выпускал обновление. Я бы просто поработал над ошибками. Над тем, что они уже сделали. Переделал что-то, добавил что-то, изменил что-то. Но, к сожалению... К сожалению, они... Ну, смотрите, мы на этом зависли. На барде. А что, он не резнул? А, это все, эти уже... Ну, блин, оккультиста моего шатают. Ну, тут по времени не успеешь. Как бы тут ни старался, я не знаю. Тут, как по мне, сложновато будет. Должны быть герои с ограничением все живы. И они должны быть собраны на конкретных домах. Ну, посмотрите на этого барда. Это просто боль. Посмотрите, сколько ему дамага прилетает. И сколько он себе просто хилит, ну... О, нифига себе, мы его ушатали, ребята, мы его ушатали. Но у нас осталось пару секунд, и у нас такой же бард, и у нас куча таких же героев стоит. В общем, браво, IGG, вы сделали хоть что-то интересное в плане непроходимости. Но это пока временно. В общем, всем удачи, ребят, всем пока.